Привет, это Реборн. В Антушечек вышел новый видосян, называется 2007 против СССР. Немножечко странное совпадение, хотя, если подумать, типа, мы всегда говорим, верните наш 2007, а кто-то, наверное, говорит, верните наш СССР. Поэтому, да, в этом случае сравнение, наверное, даже нормальное. Короче, ролик давайте глянем, думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Телефон. 2007. Серег, позвони Антохе, пусть подгоняют. А, сейчас. Где он нашел этот телефон? Алло, Антоха, ходи, мы тут стоим. Мы тут стоим, даже голос ел, как будто ребенок. Роман, свяжись с Алексеем, пускай подходит. Ты новое лицо, что ли, в роликах? Алексей, выходи. Я очень сомневаюсь, что это так было, ну ладно. Внешний вид. СССР. Так. Итак, климат СССР. Здравствуйте, Владлен Викторович. Так, Петров, это что? Опять ты неопрятно выглядишь? В смысле, вроде нормально оделся, разве нет? Пока не зашьешь эту дырочку на носке, в глаз не пущу. В каком носке? Ты че, блин? Ты ее не видишь даже. 2007. Так. Это человеческий мозг. Он... Здрасте. Он наружу. Вот это дичь. Спасибо, что хотя бы в этот раз что. До этого был в трусах. Проходи. Общение. Так. Дорогая моя, я не могу сдержать своих ч... А он даже не сказал, где. Бриф. Ну ладно. Не хватит всех слов мира, чтобы описать мою любовь. Лютя оч. До скорой встречи и надеюсь на романтическую встречу завтра. Покеда. Ты даже не услышал ответа. И там, и там. Плакаты. СССР. Так, на самом деле, мне кажется, так оно и было. По крайней мере, в 2007-м явно так общались. А сейчас в 2007-м будут всякие звезды, все звезды. Нет. 2007-й. Ну-ка. Проехали. Поболтаем. Давай. Блейзер? Кобби. Окей. СССР. А сейчас все... Клуб «Очумелые ручки». Пилы и выпиливаем ровненькие треугольнички. Делаем неспешно и качественно. Зачем? Потом я это буду продавать? 2007. Сегодня мы с вами изучим тройное... Паркуринга, что? ...с поворотом на 104 градуса. Давайте, давайте! Давайте, давайте, ты даже не показал, как это делать надо. Музыка. О, господи, какая дичь. Мне что-то аж кринжово немного. 2007. Так. О, здорово, слушай, я такой обалденный трек нашел. Нас... Не, ну в 2007 у меня уже MP3-шечек был. Правда, это такой здоровый сет с дисками. Разве в 2007 вышел этот трек? Это ж Павел Воля. Вау, четко. Да. СССР. Так. Слушай, такую музыку обалденную нашел. Послушай. Ну, там, ладно вам, там же были эти уже как у пластинки. Телеканалы. Окей. 2007. Слушай, а ты смотрела вчера по СТС новую серию «Папиных дочек»? Нет, чё, я в это время «Дом-2» по ТНТ смотрела. О, господи, что-то мне кажется, все-таки такая девушка не будет смотреть «Дом-2». СССР. Так. Слушай, а ты вчера смотрела новости по первому? Ну, конечно, смотрела. У нас всего два канала, и на обоих одни и те же новости пока. Делать-то больше нечего. Видеосъемка. СССР. Давай, сделай сайт, я на пленку запишу. Ну, чё, ты совсем умом тронулся? Ща, я хоть разомнусь? 2007. Тоже тиктокер, да? Давай, сальтуху крутани, я засниму. Чувак, это рэпчик. Средства связи, 2007. Я вообще прикола не понял. Не, ну я знаю про чувака, это рэпчик, но, по-моему, что-то как-то не смешно было. Мой. Как? Подожди, что? Что? Подожди, я не услышал. Чувак, это рэпчик. Ну-ка. Средства связи, а, 2007. Средства связи, окей. Да, ICQ была тогда распространена. СССР. Mm.
танцы. Окей. СССР. Извините, а можно пригласить вас на медленный танец? 2007. Чё, это странно, ладно. Можно пригласить тебя на медленный танец. На медленный танец под быструю музыку. Хрена себе медленный танец. Спину сломаешь, ну. Ты чё? Функционирование. СССР. Так. О, такой марки Марка? У меня ещё нет. Армаз. Марки-то прикольно. 2007. О, такой марки у меня... О, там Гарри Поттер. Ещё нет. Телефоны коллекционируют. Отжал, что ли? Гопник? Вон, кстати, плакаты висят, которые были в 2007-м, а они показали какие-то мемы странные. Ну вы чё, ну... СССР. Ой, на 3 грамма обвесила. Сейчас отрежу. Да оставьте. 2007. Слушайте, а я просил 360 грамм, а у вас тут 370. Можно... Ровно 360, как так-то? Или они просто в этом на монтаже? Еще, пожалуйста, половинку черного хлеба. Хотя лучше давайте целиком. Журнал. Журнал. СССР. Вот журнал хорошо. За рулем. Мурзилка. Наука и жизнь. Здесь, кстати, статья про лактозу и глюкозу. 2007. Вот okay. У меня есть журнал Cool. А еще журнал Браво. И мой любимый... Все звезды. Кстати, о, это Аврилка, да, это Аврилка. Я нашел вот этот постер глюкозы во весь рост. Хрена себе огромный, вряд ли во весь рост, мне кажется, это повыше будет. Еда, 2007. А, я неправильно понял. Ой. Ладно, не вот, важно. Вот, ребят, угощайтесь, 3 корочки с холодцом и хреном. О, да, с холодцом и хреном, это прям тема. Вот, держите. СССР. Вот, угощайтесь, ребят, 3 корочки с холодцом и хреном. Вот это, кстати, лучше. Ну, корочек надо было побольше положить. Чё? Это круто же, ты что? Подписывайтесь на наш канал, если пустите слезу ностальгии. Также ставьте много лайков и заодно зацените похожие видосы у нас на... Ну, неплохой видос получился. Несколько кринж-моментов было, но в любом случае мне было интересно на это посмотреть. Немножечко даже реально поностальгировал по своему 2007 году. Вот, если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.